спортивный клуб «Бусидо Додзе» – центральное отделение Федерации Киокусин Кайвомски. Здесь воспитанники разных возрастов постигают японское боевое искусство под руководством опытных мастеров. Это тот вид спорта, то боевое искусство, которое неподдельное. Здесь мы каждый день занимаемся, каждый день испытываем себя. И не обязательно только в боях. Это может быть и техника там, передвижения, ката, и различные другие упражнения, которые заставляют каждый день испытывать себя, испытывать свой дух. В Киокусинкай все индивидуально. Каждый ученик может выбрать для себя наиболее интересное направление. Ты можешь выступать по кумите, ты можешь выступать по катам. Если у тебя не получается индивидуальные каты, ты можешь выступать в групповых катах, тоже награждается. Есть еще такой вид у нас отдельный, это мишвари. Это разбивание твердых досок руками, ногами, тоже присуждается и звание чемпионы мира, и чемпионы России. И опять же, и пятое направление, ты можешь просто изучать боевое искусство киокусинкай, как вид боевого искусства. И поэтому здесь очень широкий диапазон людей, которыми могли бы им увлечься. Киокусинкай – один из самых жестких видов карате. Взрослые спортсмены дерутся без защитного снаряжения. В юном возрасте каратисты надевают шлемы, перчатки, накладки на ноги. Приемы, которые используют в киокусинкай, требуют немалой силы духа и хорошей физической подготовки. На сегодняшний день в мире существует более 200 стилей и школ карате. И киокусинкай – один из наиболее известных и распространенных. В Омске первые секции начали появляться еще в начале 90-х. Современная же история насчитывает всего 6 лет. За это время тренер и основатель федерации Станислав Могилев уже успел подготовить спортсменов международного уровня. Без ложной скромности скажу, у нас есть чем гордиться, потому что за последние 2 года мы достаточно много ездим и начинаем уже выигрывать. Мы выиграли Кубок Европы, и на протяжении 2 лет мы выиграли сначала 3-е, а потом 1-е и 2-е. То есть у нас весь набор есть Кубка Европы. Мы ездим на различные соревнования, начиная от межрегионального уровня, заканчивая всероссийскими, международными. И практически всегда приезжаем с медалями, с кубками, что радует, что вдохновляет дальнейших наших спортсменов. Победительница первенства России и Европы 2019 года Дарья Могилева – одна из успешных воспитанниц Омской школы киокусинкай. После 7 лет художественной гимнастики и года в фехтовании по предложению отца решила попробовать японское боевое искусство. Сейчас у нее коричневый пояс, и в киокусинкай она просто влюблена. Мастер Цуяма, наш основатель этого вида киокусинкай карате, взял из разных единоборств понемножку и составил свой вид карате. Мне нравится, что это жесткое карате, мне нравится, что если тут дерутся, то дерутся в полную силу. Это самое полноконтактное карате, и мне очень сильно нравится его разнообразие. Тут не просто есть обычные прямые удары рукой, не просто ногой в ногу, не просто лоу-кик. Тут есть большое разнообразие ударов, также большое разнообразие ката, их более 30. И на соревнованиях, конечно, вы делаете разные ката, в зависимости от вашей категории. Буквально через полгода, через нескольких соревнований, у меня начали появляться результаты, мне она понравилась, еще больше понравилась. И я подумала, что у меня есть цель, и я к цели этой приду – стать чемпионкой мира. У детей киокусинкай помогает развивать внутреннюю собранность, твердый характер, внимательность, а также гибкость и координацию. Тренеры рекомендуют начинать заниматься с 5 лет. То есть, если в 20 лет решили сесть по шпагат, вам понадобится года 2-3, ну, если без травм. А в 5 лет, буквально там, за 3-4 месяца можно уже всего добиться. Ребенок приходит, главное еще посмотреть, как он будет взаимодействовать с другими детьми. То есть, это важно. Он еще не умеет, так скажем, решать вопрос, да, там надо следить за этим. Сначала обучаем базовым ударам, один удар буквально, и там несколько базовых, 4 блока. Почти одно и то же делаем, но маленькими порциями, потому что у детей внимание очень рассеяно. То есть, чтобы они выучили, нужно дозированно маленько давать одно и то же.
Через год они это впитают, это будет как фундамент, и на этом фундаменте уже можно будет дальше строить всю технику и уж добиваться каких-то результатов уже по спорту. Неотъемлемая часть тренировок – специальные обряды. Ритуальные поклоны, выражающие уважение к учителю, ученикам, тренировочному залу и символам киокусинкай, а также дадзекун – клятва, которую произносят в конце занятия. Каждый ученик должен знать ее наизусть и соблюдать ее принципы.